ощущение, что с телефона. Но перед тем, как прийти сюда, я написала стихотворение, оно мне очень мистическое показалось, мистическим. Я даже удивилась, почему именно такое пришло. Так что, да, вот извиняюсь, что с телефона, но прочту. Вот бы мне ни о чем не думать минут 5 или 8, не бояться, что вот-вот совесть за прошлое спросит, не собирать догмы, не придумывать смыслы, и хоть недолго, но побыть чистым от мыслей, шума и фальши, не мучиться страхами, что будет дальше, чтобы ничего, лишь покой и блаженство, ощущать плавность времени и совершенство. Вот бы мне отпустить эти чертовы цепи. Я тащу личный опыт сквозь жизнь к смерти, но боюсь расставаться с опостылым грузом. Без него я ничто. Подо мною место пусто. Место пусто, лечу, хватаюсь за воздух. Кто-то бьет по плечу, кричит: «Друг, все же просто, не пугайся, брось цепи. Пройди испытание, растворись в бесконечности мироздания». Вот бы мне ни о чем не думать минут 5 или 8, прерывая поток пустых фактов, глупых вопросов, и поставить блок на бесцельности и сомнениях, ощущая нежность каждого мгновения. Спасибо, спасибо.